Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 33. У нас 133-я серия приключений Геральда, Ведьмак 3, дополнение Каменное Сердце. Ну что же, это у нас второй стрим на, помню, на новом патче 1.21.1, который принес нам миллион нововведений. Ну, об этом дальше. Давайте. Призрак Ольгерда и его жены. Но почему они не движутся? Это воспоминание. Но стертое, неполное. Ты должен осмотреться и исправить его. Так, слушайте. Палитра художника. Остатки сервиза. Чайник. Десертного или чайного. Дух степи. Похоже, ее часто читали. Дух степи. Стать ли человеку скромным? Куда там? Смотри, небесное племя. Век за веком одни погромы. Вшире и вдаль погибают земли. Брат идет на брата в злости. Когда они бледны, другие богачи. Бледны. Когда одни бедны, другие богачи. Кто прячет хлеб, тот пышет жлобством. И ты хоть плачь, хоть хохочи. Испробуй же моих плодов. Официальных будь здоров. Что это зверство? Это преступление. Змеиный яд сочится в мире. Гнев Божий не оставит никого и вызовет потоп. Человек — это сонная загадка. Вот гусеница вся в слези, под громом с высоты небес. Взглянуть мне на нее брезгливо, как вдруг волна чудес. Два новеньких крыла вжик, и будто не бывало. Да помнит эту мысль человек, да вспоминает наше сердце. Это чудо не забыть вовек. Сколько жизней в таком тельце? Тому, кто ищет от плоти свободы, молит совета с небес, пусть несет эта сказка надежды рассвет. Бессмысленный бред. Так. Чайник. Это, наверное, не то. Это, наверное, не то. Так, подождите. Наверное, не то. Будто здесь и было. Ну, все правильно. Не будет же она держать чайник в руке. Ирис рисовала имение. Ирис рисовала имение. Так, ладно. Будто здесь и было. Действительно. Мы должны завести собаку. А лучше собаку и кота. Когда придет ненастье, пес будет греть нам ноги, а кот играть клубком шерсти у камина. Как ты думаешь? Ты меня вообще слушаешь? Прости, дорогая. Я зачитался. Такая интересная книга. Да, очень. Знаешь, пойдем лучше внутрь. Зачем? Тут так хорошо сидеть. Птицы поют, пчелы жужжат. Идиллия. Прости, любимая. Мне нехорошо. Я пойду в дом, а ты будь осторожна. Что?
Что за нахуй? Отыскать воспоминания Ирис фон Эверик и найти способ их восстановить. Ну что ж, давайте дальше двинем. Что это? Тоже воспоминания? Нет, кошмар. Воплощенный страх, с которым тебе однажды придется сразиться. Не, подождите, хрень какая-то. Давайте маслица против... Твою мать. Случайно я запутался, нажал на медитацию. Блин, все через одно место. Мошки пошли вон. Это вот испарение такой черноты, оно пугает. Драться расхотел? Так, а вы будете чем-нибудь оставлять мне на подарок? Архноморф или как это там? Ну, чем-нибудь оставишь? Да, слушайте, как-то все скудно. Зажал, зажал, зажал. Ой-ой-ой, блин, меня сейчас зажрут, урод. Кстати говоря, нам надо поставить этот... давайте мы поставим... Хотя, наверное, будет уместно все-таки это поставить. И, конечно же, нам надо поставить ласточку. Так, давайте в бестиарий зайдем. Вот духи и призраки. Давайте посмотрим, что нам тут напишут. Блин, слушайте. Призрак с картины. Очень часто призрак связан с предметами, которые он любил в жизни, или просто с местом смерти. В обоих случаях в игру вступает один и тот же фактор – крепкая эмоциональная связь, из которой призрак черпает свою силу. Иниго Сван за гранью естественного мира. Бродя по имению фон Эверика, ведьмак наткнулся на женщину-призрака. Неупокоенная душа могла контролировать находившиеся в доме вещи, а в особенности картины. Она свободно перемещалась между развешанными в стенах полотнами, входя в одно и из них выходя из другого. Сначала она пыталась напугать Геральта, лишить его воли, а затем открыто напала на него. Бой с призраком был очень тяжелым, поскольку переполненное гневом создание агрессивно наступало на ведьмака. Геральт был вынужден молниеносно парировать удар, не имея возможности ни минуты передохнуть или же ответить на атаку. Кроме того, женщина-призрак установила связь с окружающими ее картинами, и пока ведьмак не разрушил ее, восстанавливала утраченные силы. Ключом к победе, к бою с призраком картины было умение неустанно парировать удары и то и дело атаковать самому. Любая же атака всегда натыкалась на смертоносную контратаку духа.
Ну вот как мне вот тут вот просто промотать вниз, а? Я же все понимаю, но вот... Ключник. Ключник. Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Бартоломео Дарец, пытавшийся вступить в контакт с существами из другого измерения и попавший в итоге в сумасшедший дом. Ключник служил с безразличностью свойственному голему и выказывал себя столь же яростным в бою, сколько усердным и выполнении повседневных обязанностей. Он не чувствовал боли, скорее каждый полученный удар прибавлял ему сил, как и каждый удар, который он обрушивал на Геральта лопатой. Кроме того, ключник был способен призывать сильных духов из могил, которые ему приходилось выкапывать и исцелять себя, поглощая этих духов. Ведьмаку нелегко пришлось, когда он уворачивался от сокрушительных ударов лопаты. Единственная возможность поранить существо представилась, когда то воткнуло свое импровизированное оружие в землю, чтобы призвать энергию из другого мира и ошеломить ею врага. Так, давайте посмотрим. Масло против реликтов. Вот так вот. И Квен. Он оказался реликтом. Значит, я ошибался. Ну ладно, ничего страшного. Откуда же я мог знать? А вот они тут в саду. Еще одно воспоминание. Осмотреть территорию вокруг. Поджарим мух, цветочки. Остатки праздничных украшений. Это что? Чашка. Рюмка. Точно как в руке у Ольгерда. Фата. Свадебная фата. Давайте рюмку здесь ставим. Пусто здесь и было. Твое здоровье, жена. И твою муж. В моих краях новобрачных принято встречать хлебом с солью. Но пока что мы одни. Кроме тебя мне никто не нужен. Я бы хотела, чтобы эта минута длилась вечно. Я подумаю, как это устроить. Пойдем, я покажу тебе дом. Хорошо, только... Я знаю, что это глупо, но он так долго стоял пустым, а я... А ты боишься пауков, я же знаю. Я собрал их всех и выбросил в сад. Мой рыцарь, ты позаботился обо всем. Твою мать. Неудивительно, мать твою за ногу. О, мочи, тварь! Давай, 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 мочи! Да, а, нифига себе, какой здоровый. Ты как бегает, а? Тварь паршивая. Уходи-ка сюда. О, давай. Отлично, отлично. О. Слушайте, это что? Про пауков это шутка такая была. Нифига себе он дал. Выбросил в сад. Это еще что? Снова этот образ. Это что за хрень? Слушайте, не нравится мне все это, поэтому мы... Да, все будем быстро восстанавливать. Вот гнида, а? Надо все еще смотреть.
Надеюсь, мы только тут ключника не встретим. А то будет как-то не очень красиво. Вообще квен. Надеюсь, мне за каждого паука дают какие-то очки. Не хотелось бы просто так работать, блин. Так, давайте глянем. Тут закрыто. Тут дверь дымится. Адская фигня какая-то, слушайте. Ну ладно. Снова сон о прошлом. Наверное, тоже неполный. И почти такой же, как сцена на картине. Каста Дравелла, вино из Тусента. Дорогое. Так, их четверо. Бутылка на столе. Что мы там еще упускаем? Да-да-да, слушайте, это все то же самое. Что-то мы тут можно упустить. Хотя... Я уже видел эту расческу. В реальном мире она хуже сохранилась. Да-да-да, кстати, расческа. Торжественный обед. Они хотели угодить гостям. Нам только надо поджечь светильник. Два светильника. Вот это тоже. Все. Нет? Так, вот два горит. Стол отодвинут, сзади пустой. Ну, давайте еще чуть посмотрим. Не-не-не, ты не горишь сегодня. Серебряная нить, жемчуг. Эта кукла должна была стоить целое состояние. Так, стоп. Камин тоже горел. Доченька, все хорошо? Бледная ты какая-то, рассеянная. Да нет, все в порядке. Расскажи лучше, как вы. Я так рада вас всех снова видеть. Только что же бабушка с дедушкой не приехали? О, дорога дальняя, ухабистая. Должно быть, они все еще не хотят меня знать, да? А это что? Мы привезли вещи Ирис. Любимую расческу, детскую куклу. А это... Это тебе. Векселя? Мы выплатили все твои долги, чтобы на семье позора не было. Как мило, что мама и папа обо мне помнят. Ольгерт. Ну вот, видишь, какой он? А ведь мы отговаривали тебя от свадьбы. Мужелан и голодранец, который якшается с головорезами. Ты не боишься жить под одной крышей с этим отребьем? Твою мать, призрак. Значит, пойдем за пять ты. Не нравится мне это место.
Блин, да кому она понравится? Глюки вообще, которые еще даже и не проходят. Супружеская спальня. Так, это что? Я подумал. Полотенце испачкано кровью. Трусики. Следы крови. Кто-то сперва мыл здесь руки, а потом вытер их об это полотенце. Который час? Поздно. Спи. Ты опять сидел всю ночь в кабинете? Что у тебя с руками? Ничего. Немного испачкался. Это кровь? Ты порезался? Это чернила. Я писал письма. Знаешь, я скоро собираюсь в Оксенфурт. Может, поедем вместе? Ой, замечательная мысль. Поездка пойдет нам на пользу обоим. Значит, решено. Давай ляжем спать. Я устал. Теперь я уже точно не усну. Это исключено. Пойдем, я закончу твой портрет. Поддос какой-то, а? Снова стертые воспоминания. Так, стоп, кубок. Чаша. Давайте мы чашу поставим сюда. Наверное, нужно воссоздать натюрморт с картины. Тогда давайте. По-прежнему что-то не так. Чаша, виноград, яблоки. Портрет Ольгерда. Но рисунок отличается деталями. В натюрморте чего-то не хватает. Так, давайте чашу откроем. Наверное, нужно воссоздать натюрморт с картины. Может, с этой стороны? По-прежнему что-то не так. Да, по-прежнему у меня нет яблок и нету винограда. А, ну вот он здесь. Свежие, будто кто-то только что обрызгал их водой. Так, виноград у нас идет слева, яблоки справа. Наверное, нужно воссоздать натюрморт с картины. Кажется, подходит. Это сюда. Наконец-то. Все как на картине. Улыбнись чуть шире. Вот так? Я прошу улыбку, а не оскал. Нет, не то. Улыбнись так, как тогда, когда отец согласился на нашу свадьбу. Пожалуйста. Ничего не выйдет. Я же вижу, что тебя что-то гложет. Я должен еще немного поработать. Снова? Ольгерд, мы же обещали не держать никаких секретов друг от друга. Ты помнишь? Прости, я не хочу об этом говорить. Ну, Ольгерд. Ольгерд! Закрыто. Опять ты. Кажется, мне стык... Гнида. Ах ты гнида, вонючая. Ты что делаешь? Ты?
Так, рюкзак, хрень, призраки. Еще больше хрени, Квен. Так, 455, нормально. Движемся на самый верх. Закрыто. Блин, жалко тратить ласточку. Так, знаете, что мы сейчас сделаем? Так, давайте посмотрим. А, вот тут новые вещи, звездочка отмечена. Мы тогда их будем отмечать, что они у нас есть. Ну, а пока мы... Что мы сделаем? Мы сделаем следующее. Так. 10-10-5 сек. Нам пора, знаете, попить водички. Восстанавливать жизни. Это лаборатория мастера фон Эверика. Здесь он изучал магическое искусство. Твою мать, ты что тут делал, а? Черная магия. Зимой усадьба была действительно мрачной. Кусок мела. Во, смотрите, там листок. Договор на крови или о чуждых сущностях. Договор на крови или о чуждых сущностях. Любой, кто призывает пришельца из другого мира в нашу реальность, сильно рискует. Будь то бестелесный дух в эфире или дух, занимающий тело подготовленного хозяина, он постарается получить свободу, что чревато страшным беспорядком. Так духа надлежит призвать исключительно внутри защищенного круга, который свяжет его крепче любых оков. Круг должен быть полным и бесконечным, без разрывов. Его рисуют решительно твердым движением мела, так как линию легко стереть случайно или по хитрости духа. Круг надлежит усилить с помощью свечей из пчелиного воска. Именно так круг станет непреодолимой преградой для духа. Что ты тут делал, блин, а? Книга о договоре с демонами. Пентаграмма, чтобы удержать призванное существо. Линии стерты. Нужен мел, чтобы их поправить. А потом расставить свечи. А, черная магия. Этого должно хватить. Теперь свечи. Так, подождите. Поставить свечи на углы и на круг. Нет, поставить свечи на круг, в который вписана пентаграмма. На углы пентаграммы давайте поставим. А если вот так? Ничего не выходит. Ладно. Тогда, может, так? Вернись. Мы должны поговорить. Оставь меня, я хочу побыть один. Не в этот раз, вернись сейчас же. Оставь меня в покое. Я просто хочу поработать спокойно. Thank you.
Гаудиану Феус. Соба Камиса Иада. Соба Камиса Абирасас. Какие еще чары мне использовать? Я перепробовал все. Я хочу разорвать наш договор. Явись! Ожидала. Так, друзья, у нас тут... Давайте осмотрим. Охренеть, мы залезли в картину. Самое сердце снежной бури. Мне надо спрятаться внутри. А давайте пока мы прочитаем про нового персонажа. Ирис фон Эверик. Когда Геральт отправился к Ольгерду фон Эверику за третьим и последним желанием, он узнал, что самый лихой атаман разбойников когда-то был женат. Впрочем, он покинул свою жену, оставив ей на прощание фиолетовую розу. Вот и задача для Геральта – найти эту розу в заброшенном имени фон Эвериков. Прибыв туда, он обнаружил, что в поместье поселились злобные духи, привязанные к жене Ольгерда Ирис, которая уже несколько лет как умерла в одиночестве. Ее ярость и сожаление наполняли старый дом злой энергией. Геральт собрал останки Ирис и похоронил их в саду при имении. Он руководствовался одновременно банальной людской порядочностью и хладнокровным расчетом, зная, что при этом примет ее примирит ее неуклонный дух и поможет найти фиолетовую розу. Во время похорон явилась Ирис и забрала Геральта в мир своего сознания. Этот нарисованный мир состоял из страхов и воспоминаний. Ирис и Геральду предстояло столкнуться с ними. Воспоминания Ирис фон Эверик начинаются со счастливых дней, проведенных вместе с Ольгердом, но затем они становятся все более и более мрачными. По правде, даже самые светлые воспоминания омрачены угрожающим облаком, предчувствием надвигающейся беды. Ирис фон Эверик была чувствительной женщиной и заметила первые едва заметные перемены в поведении мужа. Однако ей не хватало мужества докопаться до их причины. Так, подождите, и вот у нас черный кот и черный пес. Получив задание найти фиолетовую розу, которую Ольгерд вручил своей жене, Ольгерд отправился в заброшенное фамильное имение фон Эверик, ставшее домом для разных странных и ужасающих существ. Среди них... Черный кот и черный пес, которые хоть и могли говорить, предпочли о себе особо не распространяться. Геральт предположил, что это демоны из другого мира, которые призвали с помощью черной магии. Заперли в телах животных и заставили служить Ирис фон Эверик. Таинственная парочка верила, что Геральт поможет им вернуть свободу, хотя он сам понятия не имел, как сделать что-то подобное. Да, друзья. Ольгерд не впустил их внутрь. Они замерзли. Опять этот человек был наверху, кстати. Отец. Так, ну что ж, давайте еще раз сделаем. Это трубка. Да, тогда он начал курить. Кружка. Напили из нее водку. Осушил до последней капли.
Явно, что отец ее кружку выливает. Брачный контракт между Ирис и Ольгердом. Брачный контракт. Добрачное соглашение. Мы, ниже подписавшиеся, и Ирис Блицвиц и Ольгерд фон Эверик, соглашаемся скрепить нашу любовь брачным контрактом и связать себя определенными договоренностями. Пусть этот документ будет нашей клятвой перед богами и всем, что для нас святы, и до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Мы должны относиться к друг другу с уважением и внимательно прислушиваться ко мнению и просьбам другого. Если нам суждено разойтись, мы сохраним каждое свое имущество, движимое и недвижимое, которое принадлежит нам до брака. А также каждый оставит себе подарки, преподнесенные супругом на протяжении брачных отношений. Полученный обоими доход каждый тратит по собственному разумению, с учетом, что затраты на поддержание совместного хозяйства разделяются поровну между сторонами. Подписи Ирис Билетвиц и Ольгерд фон Эверик. Кукарику, блин. По-моему, он брачный контракт там держит. Так. Я подумал, что это кружку пива. Хотя, может быть, и кружку пива. А, нет, кружку пива он пьет. Так вот, значит, как он коротал долгие зимние вечера. Зашибись. А ты брачный контракт держишь. Контракт должен был держать отец. Помимо этого сказано, что ты будешь уважать Ирис, считаться с ее мнением и желаниями, а... К делу, папа! А то я теряю терпение. Изволь. По просьбе Ирис я расторгаю этот брак. Ты говорила, что будешь со мной до самой смерти. И я сдержала слово. Потому что Ольгерда, которого я знала, больше нет. Не так просто отказаться от данного однажды слова, поверь мне. Ты останешься здесь навсегда. Довольно! Ты не будешь нам приказывать! Ты... Отец! Отец! Нет! Эй, слуги! Забрать эту падаль и бросить трупоедам. Блин, вот слуги он себе хороший тут сделал. По-моему, это трупоеды, это гуля. Тогда фон Эверик перестал быть человеком. Он все еще любил жену? Нет, он только помнил, что должен ее любить. Пойдем наверх. Так, там что-то есть. Здесь двери, двери, все заставлено. Ты еще кто такой, мать твою, за ногу? Меня этот демон бесит. Я помню. Ключник. Здесь мы втроем проводили много времени. В молчании. Займем свои места. Так, как тогда. А ты сделай остальное. Царапины от кошачьих когтей. Маленькая миска, похоже, для супа. Большая глиняная миска. В самый раз. Так. Следы шерсти. Собачка села. Что-то не так. Ты куда? Слушай, миска-то. Это, кажется, твоя миска.
Стол накрыт только на одного человека. Будто здесь и было. Вы правда ели из этих мисок? Конечно же нет. Я тебе уже говорила, что мы не звери. Но ключник все равно их приносил. Так ему велели. Очередной монстр. Я же просила тебя перестать. Этих двоих тут и так слишком много. Кот и пес — это твоя компания. А он будет тебя стеречь и заботиться о доме, что бы ни случилось. Еще недавно я хотела знать, что там у тебя в голове. Думала, что смогу тебе помочь. А теперь меня уже не волнует, что ты думаешь и что чувствуешь. Я ничего не чувствую. А у меня нет сил даже ненавидеть тебя. Выйди, Ольгерд. Я не хочу больше тебя видеть. Ольгерд фон Эверек не понимал, что мы никогда не сможем его заменить. Тень его призрака есть в каждом воспоминании госпожи Ирис. Мы приближаемся к концу путешествия. А что в конце? Самый большой страх Ирис фон Эверек. Твою мать, сохранимся. Пауков было достаточно. Смотрите, бумажка. Моей жене. Письмо от Ольгерда Ирис. Я хотел бы так же ловко владеть словом, как саблей. Особенно теперь, когда в моем сердце лишь пустота. Я вижу, как ты на меня смотришь, и вижу, как ты угасаешь. Я не могу тебе помочь, но постараюсь не причинять тебе вред. Эти письмо и роза — мое прощание. Оставайся в здравии. И помни только то хорошее, что было. Ольгерд. Приехали, блин. Мама дорогая. Ольгерд, дружище. Их тут много. Так, друзья. О-хо-хо-хо-хо! Ты гнида, ни хрена себе, ты чё делаешь, тварь вонючая? Смерть ничем. Надеешься, что сумеешь выполнить три моих желания, и все для тебя кончится хорошо. Я не знаю, что для меня кончится, а что для меня начнется, поэтому. Твою мать, а? Смотрите, сколько он тратит вообще. Ты что делаешь-то, а? Кретин. Надеешься, что сумеешь выполнить три моих желания, и все для тебя кончится хорошо. У меня сейчас пипец будет. Так, давайте думать. Так. Это призраки. Давайте масло против призраков.
Нет, это не масло против призрака. Он проклятый нафиг. Надеешься, что сумеешь выполнить стрим? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! А вот это уже серьезно. Он меня убьет с одного раза. Небо плачет. Ведьмака хранит. Ни хрена себе, ты чё? А вот... Так, друзья, друзья, ты его, фак. Мне кирдык нахрен. Так, подождите, 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 мне же надо отремонтировать. Так, это не здесь, это вот эти вещи, вещи, да. Не-не-не-не, это не вещи, это доспех, доспех, точно. Да-да-да-да-да. Оно здесь, здесь, я надеюсь, что есть у нас. Это катастрофа, друзья. А, есть, оружие чинить могу. И как я его должен мочить, по-вашему? Мать вашу, а? Так, друзья, 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 давайте мы сейчас подумаем. Все это очень скверно, хочу я вам сказать. Давайте, наверное, мы... Надеешься, что сумеешь выполнить три мои желания и все. Блин, твою мать, зажал меня, скотина, мать твою. Ах ты, блин. Отлично, нафиг. Не, слушайте, я сейчас трупаком стану. Белый мед, белый мед. Твою мать, а? Друзья, у нас последний псих. Небо плачет. Ведьмака хранить будут. Имею в виду, ведьмака, ты связался с опасным человеком. Давай, мать твою, давай, руби! Давай.
Охренеть. На грани был прям. Ты не он. Подожди, я хочу поговорить. Не в этом месте. Да. Я думала, что он вернулся ко мне. Кто ты? Дух наваждения? Я печаль. Я видел тебя раньше, но тогда ты не была собой. А потом я наблюдал за тобой в твоих воспоминаниях. Мы встречались? Я не помню. Я видела дурные сны. Вот и все, что я знаю. Я ищу фиолетовую розу, которую Ольгерд подарил тебе. В тот день, когда я видела его в последний раз. Я засушила ее и держала в спальне возле кровати. Целыми днями я лежала и глядела на нее, до тех пор, пока она не истлела. А вскоре и я. То есть розы больше нет? В этом мире есть. Посмотри. Ты похоронил мое тело, и цветок вновь расправил лепестки. Я все спала глубоким черным сном, и только сейчас пробудилась, как моя прекрасная роза. Когда ты положил на мою могилу альбом, я вспомнила, как училась рисовать лицо моего мужа. Скажи мне, Ольгерд здоров? Как ему живется? У твоего мужа есть могущественный враг. Ты знаешь Гюнтера Удима? Я проклинаю день, когда узнала это имя. Кто такой Удим? И как он вмешался в вашу жизнь? Это ради меня Ольгерд вызвал стеклянного человека и пожелал себе богатства, а потом вечности для нас обоих. Ольгерд расправится с Адимом, правда? Скажи, что с моим мужем? Твой муж ищет все более сильных ощущений. Искушает судьбу, потому что в глубине души он несчастен. Сердце из камня. А значит, ничего не изменилось. Скажи... Ольгерд вспоминал обо мне? Что он говорил? Немного. А я не спрашивал. Он просто прислал меня за розой. Роза? Это все, что у меня осталось. Его прощальный дар.
Мне показалось, что эта роза для тебя важнее, чем просто память. Я так мало помню. Но когда я думаю о моей розе, я могу вспомнить то, что было. Мир вокруг меня становится настоящим, а я замечаю и узнаю вещи вокруг. Вспоминаю, кто я и кем была. Мой друг рассказывал мне о чем-то подобном. Ты связана с розой сильными эмоциями. И цветок — это то, что у ведьмаков зовется шпилькой. Он приковал тебя к этому миру. Как пришпиленное насекомое. Это ужасно. Ты должна знать, что если я заберу розу, то ты, быть может, перестанешь существовать вместе с этим призрачным миром. И что тогда случится? Буду я свободна от страданий и печали? Или меня ждет пустота? Не знаю. Я не хочу больше страдать. Но я боюсь, что потом только холод и тьма, а в конце нет уже ничего. Ну чего выберем? Мне нужна твоя роза. Можешь ли ты мне ее отдать? Она такая хрупкая. Края лепестков порозовели, как в тот день, когда я получила ее в подарок. Не хватает только капли росы, которая скатилась по листу, когда я взяла ее в руку. А может, я поранила палец о шип, и это была кровь? Не помню. Ты знаешь, я никогда не читала того письма. Мне было незачем, и незачем было хранить цветок, который он мне оставил. Я приняла решение. Я отдам тебе розу. Наша служба окончена. Благодаря тебе мы свободны, незнакомец. Прежде чем мы уйдем, прими совет. Не стой на пути у того, кого называют стеклянным человеком. А если все же решишься, ищи спасение в зеркале, которое нельзя разбить. Зеркало, которое нельзя разбить? Прощай. Ирис фон Эверик, я буду помнить тебя. Это уже не важно. Прощай. Охренеть. Так, это у нас 894 уже, да? Так, давайте подождите. Смотрите, портрет Ирис и Ольгерда. Дух степи мы читали. Тоже читали. И брачный контракт тоже. А, мне же нужен был этот персонаж. Нет. Кстати, давайте подойдем к тому человечку, который нас в стене ждет. А,
Ага, сейчас кто-то нам сказал, что через ворота здесь пройти можно. Если честно, меня от этого места просто трясет. Так, друзья, где же у нас был пролом в стене? Как его найти теперь? О, блин, нам надо выбраться отсюда. А, вон, вижу. Неужели нету этого человечка, который вот у нас... Я думал, он ждать будет. Так, там склеп у нас. Ой, смотрите, что там такое. Не, ничего нету. Ну что ж, друзья, это у нас была 133-я серия приключений Геральда, Ведьмак 3. Дополнение «Каменные сердца». Всем спасибо, с вами был Сафир 3 Тройки на канале про Gamer Television. Пока.